сделать все возможное. Максимум для победы. Да, вот так, ты когда трясешь, смотри, ты сам. Я понял. Ногами, да, бывает. Ты сама подсел немножко. 4-2. Я понял, да. Что я могу сказать? Ничего не могу сказать, понимаешь? Ничего. Осталось только четверку бросить, чтобы хотя бы остаться на плаву. Нихуя. За 5, а 4 где было? А, дырочка, давайте. Бедный был вот этот. Я оставляю здесь, ну я так думаю. Все, все. Ну, мне кажется, это я бы две было срубы, но следующим ходом я не заряжаюсь, но ты выходишь уже точно. А те шестерку я как бы, ну как бы должен сколько раз, ну не кинул, но все равно, мне кажется, ну я не знаю, посмотрим, я проигрываю все равно. Я тоже ни разу еще шестерку. Может, я смотрю.
Блин, опять крутит. Меня идет вот так. Теперь надо бить ее. Есть такая игра, знаешь, за 20 попыток, за 20 попыток на спор я кину 6-6. Не за 20, нет, да. Нет. Прикольно. Прикольно. Я ешу. Ну как даже я их кину, то я их не могу кинуть ни одной. Значит, ты проиграл эту игру. Есть шансы не проиграть эту игру. 5-4. Это 4. Еще 6. Блядь, не могу закрыть никак. Свои лунки, блин, а. Успокоиться хотя бы. 3-2. А я тоже не могу видеть. Вот чтобы пёрло, что-то не получается. 5. Да. Так, я и что-то говорил. Все время одна и та же хрень падает. 4-1. А я предупреждал. Вот стаканчик. Стаканчик нужно только коньяк разливать. А играть в них невозможно. 2. 4. 3. Потому что остальное... Одной шестерки. Как у Яши. Яш, говорили тебе, записывайся длинная. Тут с такими корифеями, как гаек, играть приходится. И там еще подъедут сейчас вот. Вот. Рудики. Длинно проще было, пока. Вон еще два гроссмейстера подъехали. Вы между собой. Гроссмейстер. Да. Они уже в машине сыграли. 5-5. Нет, 4, 6, 3. Это 3. Я понял. Извините, возражение. Это 6. Я длинный? Нажал. Да. Ты с кем длинный играешь? Ты играешь с Арайком. А Жора играет с Аладдином. Короткий. Вот отсюда забрал, двойной большой. Два пока. Правильно? Раз, два, три. Вот это три. Да, и четыре еще. Мне еще нужно четыре. Нет, тоже. Другой я не вижу. Четыре. Один. Четыре. От шести получится. Нервную.
Давай, родной! Бля, пришла шутка. Подросла смена-то, блин, пока тебя не было. Тарас. Два, три. Я такого не мог вообще. Похоже, сколько раз не попадает. Ваня, это здорово, вам нужны вот это. Я другой запах попал. Нам бери. Три, один. Три, один. Так, два небольших объявления для новоприбывших игроков. Значит, взнос 2500 рублей. Георгий Ванян играет в коробке. Это три поражения на вылет, игра для семи. А Рудик играет в длинной, по круговой системе. Вас шесть человек, вы играете каждый с каждым. Итого у вас пять партий. Как вы являетесь победителем? Самый лучший среди выигрышек, второй результат по личному зачету. Первое, второе место. Блин, я даже не заметил, что тебя тут осталось. Не заметил, что у тебя там осталось сколько тебе. Я даже не заметил, что у тебя там осталось такая фигня. Тут не туда пока. Я думаю. Так, раз. Лично, но на колхозный. Я его отдал. Ребятам. Два очка, мой, четыре, да? Или три. Двоих. Этот клуб мне Сережка Лютов подарил. Знаешь такого, в Челябинце, в одном из турниров?
Здесь кровопор идет тоже, да? Конечно. Знаешь, такой дед? Это, конечно, так, мелочь такая, но вот смотри, заметь, пока ты меня не щелкнул, я не тянусь за кубиком даже. А ты уже до того, как я щелкнул, хватаешь. Это неправильно, правда? Ну, скажем, это мелочь, но такая вот мелочь. О. Мне наше выигрывать. А? Мне ж надо выигрывать. Я понял. Всем надо. Раз. Три. Ну это какой-то. Клуб какой-то странный. Пять, два, это пять.
Ой-ой-ой. Ну, да. Это два. Это шесть. Извини, забалдел, не хотел тебя бить. Просто глупо. Я на ничего не бью. Да? Там потом кровную главу сдвинет. Ну ты не такой, знаешь. Да что ты будешь делать? Я прошу у вас перебросить. Ну, вот, конечно, может там знать, что немножко неправильно, но... Ну, не по-джентльменски, скажем так. Ну, понял. Ну, вот, понял. Я тебя предупредил, между прочим, да? Я понял, почему ты меня предупредил. Да. Понял, чем ты меня предупредил. И ты согласился? Один, два. Один. Вот если бы ты был один, сразу бросил. Я бы сказал, Ваня. Кстати, сейчас могут тоже отказаться. Ты что-то не туда бросаешь. Волнуешься. Три, один. Ну, да нет, походу ты... Не, сейчас в один отсюда ты тоже кинул. Так. О, я уже не имею права.
Так, посмотри. Ты здесь лучше видишь. Бросай здесь. Вот какой-то товар. Ой, ой, ой. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре.
Легко, легко. Мафия, это уже 99,9. Сука. Это 6, а это 2. Не наоборот. Я уже испугался, что по-моему бунька. Тройка тут эту. Чё? Могу я сыграть? Не-не, на всякий случай. Лучше. 4-4. Нет, а это жра? Нет, просто из уважения. Ну да, так хотя 4-4 не играет. Если ты по-другому играешь. Ты опять нажимаешь. А. Извини, там у меня время достаточно. Что самое интересное, после этого объявления Якимов там не ходил, пришел после этого объявления. А как только написали, что... Не надо не мне про меня ничего говорить. Нет, Серега, я думаю, вообще, карта видна, это дело. Пускай мы сам отдыхаем. Он четко сегодня, только не... Спасибо за игру. Наливай, а то уйду. Он приходит отдыхать по-своему.